сегодня хочу поздравить всех с Днем Знаний, с 1 сентября. Этот праздник, я считаю, актуален не только для учителей, но также для учеников, студентов, а также для родителей, которые, конечно же, активно участвуют в жизни своих детей, которые где-то учатся. Я желаю всем терпения, конечно же, успехов в учебе, успехов в работе с детьми и со всеми, кого вы учите. Даже если вы обучаете взрослых людей, конечно, это тоже ваш праздник. О себе могу сказать, что я не люблю такую деятельность педагогическую, я для нее не предназначена. Но у меня сын учится в школе, и, конечно, этот праздник мимо нас никак не пройдет. Я хочу обратиться к родителям и сказать, что когда вы ждете от своих детей какого-то поведения, каких-то успехов, имейте в виду, что дети прежде всего берут пример с вас. Они не слушают то, что вы им говорите, но они видят то, как вы себя ведете. Они видят ваш образ жизни и берут с него пример. Поэтому если вы хотите, чтобы у детей проявлялись какие-то качества, ну, как вы считаете, положительные, вы должны прежде всего эти качества развивать сами в себе. Если вам не нравятся какие-то качества в детях, есть большая вероятность, что или у вас есть эти же качества, или у кого-то из семьи, с кого ребенок берет пример. Хотя могу, конечно, сказать, что генетика тоже играет роль, и иногда в детях проявляются гены дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, и никак мы на это повлиять не можем. Но задача каждого родителя, конечно же, воспитывать и учить своего ребенка, и прежде всего обучение и воспитание идет из семьи. Поэтому все родители так или иначе являются учителями своих собственных детей. Я поздравляю всех с Днем Знаний. Я вам желаю всего самого лучшего, терпения, успехов, всего самого благополучного, благоприятного. И, конечно же, желаю всем получать удовольствие от процесса обучения. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!